Топ-5 знаменитостей, которые часто делают нелепые прически. Автор 6.02. 2020. Некоторые звезды, желая удивить публику, порой идут на невероятные эксперименты, однако большинство из них вызывают у поклонников не восторг, а недоумение. Итак, какие знаменитости периодически потируют поклонников необычными образами? Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Лена Ленина. Лена Ленина – довольно успешная писательница и бизнесвумен, однако многим пользователям сети о ней известно. Прежде всего, как дама с очень странными прическами. Экстравагантные образы знаменитости часто становятся предметом обсуждения СМИ после каждого выхода Лены в свет. Многие поклонники Лениной, безусловно, помнят ее пучок торпеды и огромное сердце из волос. Впрочем, это мелочи в сравнении с люстрой, которую она однажды решилась вплести в свои белокурые локоны. Тогда этот случай осветили десятки СМИ. Как позже призналась писательница, она использовала самую настоящую люстру, хотя осуществить идею удалось лишь благодаря сложному креплению. Ёлка. На заре своей карьеры ёлка обожала эпатировать поклонников необычными укладками. На то время было практически невозможно увидеть певицу с распушенными волосами или обычным хвостом. Елизавета, настоящее имя звезды, самозабвенно выбривала виски, делала невероятные начесы, красила пряди в разные цвета, сооружала на макушке объемные пучки и так далее. В последнее время знаменитость все чаще демонстрирует в образе естественность и, стоит признать, выглядит от этого не менее привлекательно. Келли Осборн. Келли Осборн – дочь одного из самых эпатажных рок-исполнителей ха-ха века, поэтому вряд ли кто-то особо удивился, когда девушка начала появляться на красных дорожках в довольно экстравагантных образах. Что говорить, пример для подражания у нее всегда был перед глазами. За последние годы, чем только Келли не удивляла публику, выбритые виски, смелые окрашивания, безумные укладки, объемные парики – все. Это и многое другое она охотно демонстрировала окружающим. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Леди Гага. Пожалуй, в наши дни сложно найти более эпатажную певицу, чем Леди Гага. Было время, когда любое появление знаменитости на красных дорожках неизменно производило фурор, и причин тому было немало, начиная от вызывающих нарядов и заканчивая невероятными прическами. Сложно выделить какой-то отдельный образ звезды, ведь запоминающихся было действительно много. Одно можно сказать точно, Леди Гага совсем не боится смелых экспериментов. Валентина Петренко. Примечательно, что невероятными укладками любят удивлять не только представительницы шоу-бизнеса, но и дамы из мира политики. В сети не один год обсуждают прическу сенатора Валентины Петренко. Впрочем, она и сама не против поговорить о своей необычной укладке. Как признавалась Петренко, она ее делает без помощи парикмахера и, вопреки слухам, не носит никаких париков или шиньонов. Также сенатор поведала СМИ, что ее прическа выглядит несколько необычно из-за слишком вьющихся и густых волос.